Красивый номер на автомобиль можно купить, причем официально. Легализовать бизнес решили депутаты Госдумы. По мнению авторов инициативы, подобное происходит и сейчас, но стоит слишком дорого из-под полы. Когда же мечта ездить с красивыми номерами воплотится в жизни и какие еще изменения нас ждут, смотрите в обзорном материале программы. Красивыми госномерами можно будет торговать, причем официально. Депутаты Государственной Думы предлагают создать интернет-аукцион, где водители смогут официально покупать нужные им знаки. А стартовой ценой лота с красивым номером послужит госпошлина. Средства же, полученные из торгов, будут отчисляться в региональные дорожные фонды. Стоит отметить, что несколько лет назад подобный законопроект уже обсуждался. В нем предлагалось внести повышенный тариф на получение красивых номеров. Их стоимость должна была составить около 150 тысяч рублей. Но закон так и не был принят. Внести запрет на аренду недвижимости за иностранную валюту. С такой инициативой выступили специалисты Министерства торговли страны. Согласно поправкам в Гражданский кодекс России, владельцам нежилых помещений и их арендаторам предлагают заключать договора о сотрудничестве не в долларах или евро, а в рублях. Такие нововведения связаны с участившимися случаями банкротства представителей бизнеса из-за резкого скачка валюты. Новые поправки не только оградят арендаторов от финансовых потерь, но и позволят сделать этот рынок аренды недвижимости более востребованным. Сэкономят на праздниках. Специалисты Министерства финансов страны предлагают урезать бюджеты торжественных мероприятий в регионах. Согласно инициативе, предлагается установить 100-летнюю кратность для памятных дат, празднование которых может осуществляться за счет федеральных средств. Такие меры позволят сэкономить около 10 миллиардов рублей государственного бюджета в ближайшие 3 года. Изменения должны вступить в силу уже с января 2016-го. Стоит отметить, что сейчас, согласно указу президента, установлена возможность федерального финансирования праздника 50-летней кратности памятной даты.